хороший концерт. Мне подарили наши коллеги, и пусть художники другие позавидуют, что я работаю с таким замечательным коллективом. И еще я признателен всем, кто пришел на эту выставку, на открытие. Многих я, конечно же, знаю и счастлив, что вы пришли на выставку. Смотрите, радуйтесь. Дмитриевич, еще рано, подождите. Я точно знаю, что в зале есть люди, которые хотят вас поздравить. Пожалуйста. Я с великим удовольствием хочу выразить тоже дань глубокого уважения вашему коллеге, вашему педагогу и своему другу. Мы с ним дружим 64 года. Он был любимым учеником у нее. Она столько времени ему уделяла, потому что он был самый талантливый в этой сфере мальчик. И уже тогда в школе его картины висели у нас в учительской, в учебном классе, в коридорах. И когда были праздники, тогда же много праздников было, принято было всем дарить открыточки. Денежек у нас не было. Володя здесь рисовал открытки и всем раздаривал открытки. Представляете, вот жалею, что не сохранила это все, как бы сейчас у нас дома. Была бы выставка. Я очень рада и горда тем, что я тебя столько лет знаю. Многие картины мне вот твои знакомы, потому что я всегда посещаю твои выставки. Ты мне всегда звонишь. И дома у меня подарена тобой картина «Синий иней», помнишь? Когда приходят мои друзья и родственники, я всегда с гордостью говорю, что это картина настоящего художника. Это не просто постер какой-то, а настоящий художник, такой талантливый человек. Тебе большой привет от моего сына, от дочери, от моей внучки Алены, которую ты знаешь. Она сейчас в Канаде. Все на тебя очень рады. Я всем вчера сказала, позавчера, что ты меня приглашаешь на выставку. Больших творческих успехов. Я рада, что я тебя знаю. И думаю, что если будет где-то сюжет по телевидению брестском, и будут смотреть наши одноклассники, они тоже гордостью скажут своим детям и внукам, что я вот с этим товарищем, с Володей Тулуповым, училась. Все, Володя, здоровья тебе и дальнейших творческих успехов. Спасибо. Знаю, что я тебя люблю. Это Женя Панченко. Сейчас поможем тебе и тебе. Спасибо, Женя. Как бы рада была, Игорь Герасимов, а мама твоя как рада была? А моя мама почти 90 лет прожила. Так что... Да. У них с мамой такие, насколько были теплые отношения, вы просто не представляете. И мама у него была такая замечательная, потому что мы все знали друг друга. И мам знали. Да. Спасибо. К микрофону хочу пригласить коллегу художника Наталью Арсентьевну Черноголову, члена Русского союза художников. Они много лет уже знакомы и наверняка... Мы даже работали вместе в Брестской художественной школе. Ой, ничего страшного. Живописная женщина. Ну, есть, это же не Россия. Ничего страшного, это такой домашний такой. Мы с ним познакомились, когда создавалась вторая в Беларуси художественная школа на Кузнецке 40. Мы с ним для истории, чтобы вы знали, первые педагоги этой школы, а первый директор Холодцев Александр Александрович. Жаль, что никто нас не вспоминает.
ради найду своих героев. Полоза, я счастлива, что мы с тобой дожили до 70 лет и можем радовать людей своим огнем, своим неописуемым даром от Бога, наслаждаться ежесекундно, балуясь красочками и возбуждая великим делами, подвигом своими картинами. Которые приходят к нам за нашей энергией, за нашей красотой, чтобы мы их обогатили счастьем видеть наше искусство. Поздравляю тебя с юбилеем. Я тебе тут приготовила замечательное, чтобы повторить твою... Это трес линейку. Желаю тебе творить еще долгие годы на благо нашей любимой, родной, сумасшедшей, невыносимой, но любимой Беларуси! Ура! Нет ли такие актерские давны, как это так? Я живу свой талант! Ну, и вижу, очень хочется сказать несколько слов поздравлений. Геннадий Игоревич, тоже член Союза. Знаменитый белорусский график. Да, художник-график. Ничего себе! Это жрел Алексей Ильич, хитренький, я не хитренький. Он уже второй год празднует свой юбилейный день рождения. А, ну это пандемия виновата, не я. Он времени сказал, остановись, я молодой. И видите, вот эти два года он радует нас своими выставками, то там, то сям. Ну и сегодня вот мы видим такую большую, мощную выставку. А так как он уже в курсе, два года празднует, значит, надо ждать еще выставок и в следующий год. Да? Вот. Я тоже хочу его поздравить с юбилеем. Ну и вместо букета подарить ему пару листиков. Акварельные бумаги. Акварельные бумаги. О, приятно, тогда спасибо. Да, через 20 годов надо еще персональных делать. С таким же концертом нам же будет приятно, правда, прийти на открытие, послушать концерт и порадоваться выставке. Почему бы нет? Еще есть желающие сказать? Пожалуйста, Екатерина Францевна Данеля, я буду. Владимира Дмитриевича я знаю по мастерству Петра Алексеевича. Они соседи были с Петром Алексеевичем. И, в общем, это прекрасный человек, сосед. Он всегда Петра Алексеевича поддерживал как-то. Если где-то там он застрял в своей мастерской, ну, человек уже был в возрасте, пережил много, как говорится, в своей жизни. И он всегда откликался. То есть, если даже он был занят, он кого-то присылал, чтобы помогли Петру Алексеевичу. И я очень благодарна Володе. Ну, мы почти ровесники, поэтому мы не постеснялись сказать. Вот. И, в общем-то, а вот когда пришлось нам с сыном моим, Арсением, выгружать мастерскую, он вообще был такой помощник. Даже просили, не просили, он всегда приходил и спрашивал. И не спрашивал сам, просто что-то делал, предлагал. Так что я очень благодарна как соседу, как говорится, по мастерской Петра Алексеевича, просто как человеку. Он удивительный человек, и при том настолько прост, настолько... как говорится, ну, ничего из себя не строил, вот такой, какой он есть, скромный. И в то же время вот такой отзывчивый. Так что большое вам спасибо. Я не знал, что это такое. А плюс того, он очень ценил, как
говорится, не только свое творчество, но и творчество других. Кстати говоря, он как-то, сын мой, когда в художественной школе учился, он там 5 лет учился, и, в общем-то, как он сказал, знаешь, Арсений, то есть он мне сказал, Арсений где-то на 2 головы выше своих, как говорится, однокашников. Так что не стеснялся, если действительно человек чего-то заслуживал, он это говорил. Так что спасибо вам большое, что вы такой человек, и отзывчивый, и добрый. Так что, и вам спасибо, я вас очень благодарю. И поздравляю. Спасибо. Когда Николай Николаевич Кузьмич сказал, что я счастливый человек, и на самом деле я счастливый человек, мне это по жизни везет. Вот я какой-то везучий, честное слово. Это когда вы перейдете по каким-то вопросам, когда вот не стало Петра Алексеевича, и с сыном получилась проблема, и, в общем-то, он всегда как-то поддерживал, что-то советовал, так что большущее вам спасибо. Поздравляю, желаю вам творческого вдохновения на долгие-долгие годы. Не останавливайтесь. Будем стараться. Хорошо. Очень приятно. Микрофон еще ждет желающих. Да, еще такие. Да, пожалуйста. Я немножко перебью. Мне исполнилось 60 лет, я попал в Пленниковскую школу искусств. И вот основатель школы Валерий Петрович Родионов меня, пенсионера, взял на работу. Когда пенсионеров, вы знаете, что стараются всех, как говорится, отправить домой отдыхать. А Валерий Петрович взял и не прогадал, я думаю, мне нравится работать в Пленниковской. И вот такие замечательные, красивые сотрудники со мной работают. Я издалека начну. Как-то мой сын пришел домой, парень такой, 20 лет. И он мне говорит: мам, я ушел по Советской, и там стояла девочка, лет 12-13, и она стояла с надписью «Обними меня». И он говорит: мама, люди проходят с такими страшными угрюмыми лицами. И говорит, все проходят мимо. Говорит, я ее обнял, она была такая счастливая. Может, ей психолог посоветовал, может, это социальный эксперимент какой-то был. Вот. И он ее обнял и пришел домой и говорит: вот, мам, ты знаешь, я целый день хожу вот под этим впечатлением, как улыбалась и обрадовалась эта девочка. Я вот хочу сказать, что в наше время, вот время какое-то вот угрюмых лиц, угрюмых людей. Может быть, конечно, время такое, потому что оно очень быстрое. Мы все живем работа, дом, дом, работа, и как будто мы все время не успеваем остановиться, все время не успеваем оглянуться, все время не успеваем отдышаться, все время не успеваем что-то сказать или над чем-то подумать. Вот. И вот вы знаете, вот в это время иметь такого коллегу – это большое счастье, потому что он всегда счастлив. Он всегда улыбается, он всегда несет такой позитив, он все время вот с улыбкой, даже когда просто по коридору идешь, он проходит мимо, он все равно улыбается. Вот какой-то такой солнечный человечек, вот такой маленький, такой худенький, вот какой-то божий одуванчик, понимаете? И вот это вот, иметь такого коллегу, это так хорошо, это такой позитив, вот он дает нам вот этот позитив. И вот с этим позитивом, вы знаете, очень чудесно он помогает. В наше время, так сказать, когда позитива маловато. Еще я хотела вам сказать 2 слова, потому что я увидела вот портрет Виктории Владимировны. Все, наверное, вот.
Ну, наш директор нашей школы, Виктория Владимировна, с этого года у нас Ирина Степановна. Вот. И она просила вам тоже ну, послание передать, потому что я вот ей ну, фотоотчет от этого всего отправляю. Вот. И она там это все просматривает, ревет, наверное, конечно. Вот. И она просила вам сказать, ну, то есть я процитирую от ее лица, ну, как бы, что в ее жизни довелось, что в ее жизни вы были ее учителем, потом так сложилась жизнь, что вы были ее коллегой, а потом так сложилась жизнь, ну, это я уже от себя что она стала начальником вашим. Но она просила вам передать, что для нее вы навсегда останетесь учителем и солнечным человеком. И что для нее была огромная честь с вами работать. Я честно с ней работаю. Спасибо вам, что вы с нами. Плакать не будем, видите, мужчины. Для всей общественности клейников у нас небольшой поселок, но очень прекрасный. Прекрасно еще и потому, что с города приезжает, вот, это не просто Божий одуванчик, это Божий человек, понимаете? В нем много доброты, в нем талантище и большого дара от самого Господа. И в клейниках, он на площади нарисовал гитару на всей музыкальной школе. Я вам советую приехать и посмотреть. Там, где он работает, он нарисовал громадную гитару, если измерить, в 10 раз больше, да, чем вы сами. На 3 этажа. На 3 этажа, да, да. Вот представьте, и это имя вот в нем, это стержень. Да благословит тебя Бог. Еще творить и творить. Спасибо.